Итак, друзья, всем привет! Очередное обновление Logitech G Hub. Значит, ну и давайте смотреть. Новая функция появилась, Litra Glow. Переименуйте устройство Litra Glow на странице настройки устройства. Окей. Добавлена поддержка для новых устройств. Игровая мышь G502X, беспроводная игровая мышь G502X Lightspeed, G502X Plus. G502 Hero, добавлена поддержка новых игр. Друзья, напомню, что значит поддержка новых игр. Ну, допустим, у меня клавиатура Logitech, G-Gaming и так далее, тому подобное. Значит, у меня на канале есть обзор. Значит, подсвечиваются необходимые кнопки, плюс, допустим, когда вы играете в батлу, у вас V, то есть Battlefield 5, там пятерка, высвечивается прям на клавиатуре. И, соответственно, когда умираете, все клавиатуры загораются красным цветом. Когда играете, вам подсвечивают необходимые клавиши, которые надо нажать. То же самое в Доте, я это показывал. Исправленные ошибки. Установщик исправлена ошибка, из-за которой в операционной версии Windows 10 прерывалась установка. Litra Glow исправлена ошибка, из-за которой переименование устройства приводило к изменению порядка устройства на домашней странице. Спортивный руль для G29 исправлена ошибка, из-за которой угол поворота мог работать некорректно. И аудио исправлена ошибка, из-за которой пользователю предлагалось переключать аудиоустройство после перезапуска системы. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых играх объемный звук работал некорректно. Друзья, вот такое вот обновление конца августа. Ясно, окей. Ссылка на Logitech G Hub в описании. Обязательно установите, если у вас есть какие-то игровые, устройства от Logitech.